В крае начал работу первый открытый форум прокуратуры. На нем обсуждают вопросы защиты прав предпринимателей. В формате живого диалога все стороны встретились впервые. По словам прокурора Алтайского края, в этом году количество преступлений экономической направленности снизилось на 0,5%. К примеру, в прошлом году в отношении предпринимателей возбуждено 8 тысяч уголовных дел, а в этом году их число уменьшилось до 5 тысяч. По словам участников мероприятия, такая форма общения будет способствовать развитию благоприятного бизнес-климата в регионе. Согласно рейтингу состояния инвестиционного климата в России, Алтайский край занимает 3-е место среди сибирских территорий. Хотели бы услышать точку зрения представителей бизнеса, экспертов о состоянии законности, о соотношении права и бизнеса. Замечания, которые прозвучат, мы их, естественно, примем в работу.